Муж возвращается с охоты. Дорогой, а почему от тебя так дерьмом воняет? Первая реакция жены. Видишь ли, дорогая, дело было так. Приехал я в лес и шарика отпустил с поводка. Он влез и убежал. Вижу, что шарика долго нет, пошел я за ним в лес. Вдруг вижу в чаще медвежью берлогу. Я подошел осторожно, приготовил ружье, внутрь ружьем потыкал, вроде никого нет. Присел, чтобы лучше посмотреть. Вдруг кто-то мне на плечи лапы положил. Оборачиваюсь. Умом-то я понимаю, что это шарик, но срать прекратить уже не могу.